Привет! Ты на канале KXTreamer, и мы продолжаем играть Нос Мумрик и Мелодия Мумидола. Так, мы вернулись на основную локацию. Ты слышал? Сторож арестовал Мумитролля. Он запер его у себя дома, к востоку отсюда. Я ему выскажу все, что думаю. Невоспитанный и надоедливый похититель сокровищ Мумитроллей. Поговорите со сторожем. Так, ну у нас новый музыкальный инструмент, который сейчас нам должен позволить уже попасть во все локации. Ну-ка. Водоросли. Не сюда. Так, ну а где этот готовит-то? Так, ну у меня водоросли есть. 3 штуки, вот, пожалуйста. Принес водоросли. Полагаю, ты хочешь получить взамен какую-то мудрость. К счастью, как сказал один великий философ, это был я, между прочим. Сколько мудростью не делись, меньше не станет. В отличие от еды. Ах да, ты, наверное, от нее бы не отказался. Только сначала заплати. Спасибо, ко мне снова возвращают силы. Мне пора. Я нужен Мумидолу. Мы все нужны Мумидолу, не только ты, Снос Мумрик. Хорошо, я запомню. До встречи. Так, мы выполнили квест. Он здесь где-то шорткат был. Можно было пройти. Но, в принципе, это не супер важно. Вот так вот. Ну-ка, давай-ка сходим туда. Ах, вот какой шорткат был. Приветик. Ну, Смумрик. Это мне и нужен. Есть минутка. Мне не хватает пары новых бабочек для коллекции. Точнее, 3. Конечно, помогу. Нет воды. Ну вот, я нашел лужу. Можно попробовать лить слезы от отчаяния. А, надо поставить вот сюда. Конечно. Тут ни капли воды не осталось. Надо в другом месте посмотреть. Я не прав.
Теперь ведра нет. Да не, слава богу. Идеально. Опять ты. Нашел местечко получше. По-моему, эти мышки хотят попасть домой. Серьезно? Ну нет, я больше никуда не собираюсь. Небольшой жест. Придумай, как заставить паука подвинуться. Барабан способен расшевелить кого угодно. Признаю, было приятно. Я рад. И теперь, кажется, все довольны. Это пока вот полное ведро. Отлично. Как дальше быть, не знаю. Так, а ты кто такой? Привет, Снусмомрик. Рёкинснорк? Что не так? Да все. Ну, может, не совсем все. Просто прилетела какая-то невоспитанная птица и украла мой драгоценный браслет. Да он у меня с собой. Держи, нашел твой браслет. Правда, спасибо тебе огромное, Снусмомрик. Да не за что. Мне тебя особо нечем отблагодарить, но я тут нашла какой-то бессвязный текст. Может, тебя он порадует. Кажется, это одна из страниц шедевра. Спасибо. 7-й уровень. Вот это прокачка. У меня 10 листочков уже. Сколько же их всего? Может, дюжина? Так, надо отдать ведро воды. Вонючка! Что это у тебя? Новая одежда. Это не твое. Какая разница? Попробуй отними. Устал? Еще чего? Ладно тебе, вонючка, отдай остальное. Ни за что. Варюга. От варюги слышу. Я тебя никогда не прощу. Я как-нибудь переживу. Вот я здесь спустился. Где-то. Но не помню точно где. Хотя он нас не просил напрямую это ведро воды. Как дела? Ужасно, я не могу рисовать без воды. А что я за художник, если не могу рисовать? Ноль без палочки. Я могу достать для тебя.
Правда, спасешь не только меня, но и мою репутацию художника. Можешь набрать драгоценные капли вот в эту банку. Да уже все сделано, братух. Вот, полная банка. Не верю своим глазам. Снова могу рисовать. Возьми взамен эту писанину, я литературой не интересуюсь. А что будешь рисовать? В данный момент склоняюсь к тому, что это будет точка. Просто точка? Не просто точка, а точка исключительно гениальная. Величайшая точка из всех точек. Ну что ж, не терпится увидеть. Так, пойдем одежду отдадим невидимке. Так, этому у трех бабочек. Только непонятно, где их найти. Это мы и здесь пройдем. Так. Заодно немного опыта берем. Мне нужно в дом паркового сторожа. Мумитроль там. Это замечательно, что о нем думаешь. А тут ничего нет, где можно использовать. Наверное, нет. Надо выполнить побочные квесты. Оказывается, внизу вон какие-то пески. Сколько же этих листочков-то? Уже 12. Никогда ничего все хрен найдешь. Вот, держи. Вроде все на месте. Спасибо, ты меня очень выручил. Да не за что, теперь я не наступлю тебе случайно на ногу. Седьмой уровень. И уже где-то половинка. Собран опыта. Вот сюда мы не попали еще. Сюда интересно. Смотрите, что там. Четко, конечно. С барабаном-то идти. Так, а здесь мы, по-моему, как раз эту ювелирку-то, этот браслет и взяли. Да, похоже на тот. И здесь, ага, значит, только ниже. Сейчас посмотрим, я просто забыл. Есть тут что-то такое? Потому что в игре было довольно много препятствий, где требовался этот инструмент, ну, барабан. Где конкретно, хрен вспомнишь. Так, сейчас надо вниз.
Нет, здесь просто грибочки. Вот теперь мы можем пройти. Вот здесь какой-то цирк. Старый театр. А, это все, что тут есть. Какие-то мостики изображены на карте. Угу. Ну, будем исследовать тогда здесь. Так, здесь этот чувак, которому браслет вернули, или нет? Больше заняться нечем. А тебе? Нет, зато у меня есть кое-что, что тебе нужно. Могу обменять. Только на что-нибудь дорогое. Как неожиданно. Мне нужна новая игрушка. У Снифа наверняка есть. Только Седрика мне не предлагай. Он такой прилипчивый. Ясно. Сейчас все брошу и пойду искать тебе игрушку. Это что, сарказм? Ну, Смумрик. Ты делаешь успехи. Вот, держи игрушечного химуля. Идеально. А это тебе. Так, а что она дала? Еще листочек. 14 листочков. Все, все предметы раздал. Так, ну что, еще побочные квесты выполнены. Так, ну здесь, скорее всего, мы все тоже сделали. О, плохо. Ух, тут опыт это. Угу, и здесь еще листочек. Непонятно, что смотреть. Так, а эта птичка? Это, наверное, если тебе уровней не хватает, чтобы прокачаться. Тут опыта и так дофига. Это полицейские сторожат. А ну-ка, постой. У тебя есть разрешение на... Так, на такой подозрительный вид? Неплохо. На чем я остановился? Точно, проход закрыт, разворачивайся. Пожалуйста, что-то отпустите. Сыночек мой, горе-то какое. Им лучше бы держать его в тепле. Так. Держать его в тепле, не то. Они хорошо кормят мумитроля. Игра окончена, давай сокровища.
Ты Мумитроля тоже отдавай. Привет, Мумитроль. Привет, малышка Мю. Ну, с Мумом, Рик. Пожалуйста, господин сторож, мы просто хотим вернуть сына. Мумитроль задержан по обвинению в вандализме и препятствию прогрессу. Ничего не могу поделать. Правила не я придумал. Хотя, вообще-то, я. Правила есть правила. Прогрессу? Какому прогрессу? Ты высушил реку, погубил природу, выгнал зверей. Вы просто узко мыслите. Представьте, что будет, когда я доделаю оросительную систему. Я обеспечу водой все парки. Я тут строю долину будущего. Да хватит, освободим ими тролля, а не то... А не то что? А не то я тебе покажу. Я так рада, что ты здесь, Нусмомрик. Нусмомрик, сделай что-нибудь. Наглость. Ох, Снус-Мумрик, что же мне делать? Я творец, а не боец. Гражданин начальник. А если станешь на пути прогресса, я и тебя арестую. Похоже, этот ключ мне и нужен. Вот бы выманить сторожа. Что бы я сделал на месте Мумитроля? Пожалуй, написал бы мемуары. Не пройти, не проехать. Ну, Смумрик, я так по тебе скучал, как поживаешь? Я так рад, что наконец тебя нашел, а теперь давай вызволим тебя оттуда. Да уж, боюсь, это будет нелегко. Кузнец сторожа, понимаешь, мой кузен может быть довольно упрямым, если уже вбил себе что-то в голову. Не волнуйся, Мумитроль. Я что-нибудь придумаю. Как всегда. Стоять! Должен быть способ. Мой кузен-сторож держит ключ от тюрьмы у себя дома. Только он никогда не выходит из дома, разве что по делам. Или посмотреть спектакль. О да, он просто обожает театр. Театр, значит? Ну, Смумрик, у меня идея, но тут говорить нельзя. Давай встретимся в старом театре, я тебе все расскажу. Кажется, я знаю, что за план ты придумал. И он мне нравится. Здесь, как я понимаю, больше нечего делать. Ну, Смумрик, я сделал это. Я придумал великолепный план, как освободить нашего дорогого Мумитроля. Отлично. Итак, полагаю, мы поставим Пожалуйста, пусть Муми-папа скажет. Для него это важно. Спасибо, Муми-мама. Итак, мой план поставить спектакль, чтобы выманить 100... Да тише, у меня идея. Нам надо поставить спектакль, чтобы выманить сторожа. Мой папа не договорил, дай ему сказать. Отлично, придется начинать сначала. В общем,
Мой план – поставить превосходный спектакль, чтобы выманить сторожа из дома. Гениально, я бы сама никогда не додумалась. Что ж, я в деле, а в чем именно заключается план? Нам нужна пьеса, я ее написал, но страницы разлетелись по всему Мидолу. Нам понадобятся старые костюмы. Я слышал, их забрала Филифьонка. Я собрал твою старую группу, но им нужно немного препетировать. А еще нужно раздать приглашение, и сторожу тоже. Если вы думаете, что я это одна буду делать, то вы спятили. Я сделала приглашение. Поможешь Нусмумрику их разнести? Помогу, да я бросаю ему вызов. Кто первый раз даст приглашение, тот лучший друг Мумитроля. Невероятно, ты нашел все страницы моего шедевра. Ты почти заслужил почетное посвящение. Пять приглашений. А, надо до 7 уровня прокачаться. Я уже прокачался. Старые добрые малявки, давно не видел. Послушаем, как они играют. Есть, все отлично складывается. Теперь вы готовы к представлению. Я бы с удовольствием его посмотрел, но у меня дела. Группа играет гораздо лучше, прям как в старые добрые времена. Так, приглашение Снорку. А, вот смотри, я вот здесь не был, вот в этой области. Хочешь сходить в театр, Снорк? Наверное, нет. Там же будет много народу, очень шумно. Скорее всего, да. Я, наверное, подожду, пока книгу выпустят. Это единственное представление по пьесе «Муми-папа». Мы ее поставили, чтобы спасти Мумидол. Ну, раз так, я приду. Но не обещаю, что мне понравится. Спектакль от моего папы, я такой ни за что не пропущу. Спасибо за приглашение, Снус Мумрик. А, бабочек надо искать. Бабочек-то я не нашел. Нифига. Вот так вот. И бабочек поищем. Ты не хочешь? Призрак. Не, надо вниз. Да.
Погоди-ка. А вдруг там опыт? 8-й уровень еще получим. Неправильно я пошел. Спектакль, кто будет тратить на это время? Я ценитель природы, не искусства. Так спектакль будет о природе, называется «Мелодия Мумидола». Может, и стоит взглянуть. В нем занят кто-нибудь известный? Говорят, малышка Мио вытребовала себе роль. Она в этих краях довольно известна. Так, бабочек надо пойти поискать. Как я пропустил вот это вот место? А, это подожди. Ах, он так прыгать умеет. Вообще не очевидно. Ни хрена не помню. Как туда попасть? Ну, потом поставим стрелочку и все. А что, стрелка-то никуда не указывает? Сторож хочет, чтобы вы вместе с ним пошли в театр культурно провести вечер, отдохнуть. Это приказ. Получается, отдых это тоже работа. Я покажу сторожу, кто умеет отдыхать два раза усерднее. Сейчас лавлап будет. А вот и 8-й уровень. А, это, видимо, максимальный, видишь? Полоска полностью заполнена. Где-то спрятал ключ. Если бы я тебе сказал, мне пришлось бы тебя закопать в песок. Вместе с ключом? Пожалуйста, скажи. Я внесу эту тайну в могилу. Вырую вон там, в песке, рядом с ключом. Ну, пожалуйста, расскажи. Мой рот на замке, а ключ в песке. Быстрый какой! Не то, что там обожрался пончиков.
А именно в последней кучке. Специально так подстроено. Все это ради чего? Ради опыта, который мне не нужен. Застрял? А, 5 табличек надо. Все, я понял. Тут ничего нового не появляется. Мало ли. Так, последняя табличка. Видимо, я где-то пропускаю одну суперочевидную табличку. Кстати, хорошо он бегает. Так, теперь бабочек будем искать. Так, а здесь я, может, какой-то инструмент использую? Где же эти бабочки-то? Да, ну смысла в опыте нет, конечно. И грибочки. Ну отлично. Лесная мелюзга, от них практически невозможно избавиться. Не могу залезть. Мелюзга повиснет. Надо их как-то стряхнуть.
Вот. Кажется, отстали. Хрена себе, у нас какой путь длинный. Сейчас раздавить мелюзгу. Вот суки. А как же быть-то? Так, на этот раз я смог от них избавиться. Быть родителем — это утомительно. Похоже, мне все-таки понадобится лесная мелюзга. Надо их вернуть. Ну, они сами, может, тебя найдут. А, чтоб сломалось дерево. Мне кажется, не особо удачно. Но все-таки получилось. Ну как так-то?
А ты мне чем можешь помочь? Да мы когда-нибудь приблизимся к этому домику. А, ну просто идешь и идешь. Мир сошел с ума. Пелифенка, ты там? Уходите. Мир сошел с ума. Мы не хотим иметь с ним ничего общего. Оставьте в покое нас и наш уютный сад. Не нужна твоя помощь. Отстаньте от нас. Я не хочу, чтобы вы портили моих идеальных детишек и мой идеальный сад. Надо ее выманить. Только как? Лесная мелюзга в моем саду. Это ее идеальный сад. Какой он грязный, если он так все пачкает. Нормально он. Любит полосатые вещи. Отстаньте от нас. Ох, пока, мелюзга. Вам тут будет лучше. Я вас буду навещать. Нет, мои деточки, не водитесь с этой невоспитанной мелюзгой. Они все в грязи, разве не видите? Это небезопасно. Кажется, ваши дети отлично проводят время. Но я должна их защитить. Ты прекрасно о них заботишься, но детям кроме защиты нужно веселье и игры. Наверное. Но этой чумазой лесной мелюзге не помешало бы искупаться. Тут ты права. И постричься, и переодеться. Кстати, об одежде. У тебя еще остались театральные костюмы? Да, кто-то ведь должен был о них позаботиться. От театра почти ничего не осталось. Ну так вот. Они нам понадобились. Мы ставим спектакль. Для паркового сторожа. Для сторожа он такой чудесный мужчина, что же вы сразу не сказали? Не знала, что он ценитель искусства. Впрочем, это неудивительно. Приглашение на спектакль? Я люблю театр, но у меня столько дел дома. Вдруг что-то пойдет не так. Почитаю, пожалуй, сначала рецензии. Там будет сторож. В таком случае поддерживать местных артистов очень важно. Я приду. А, костюм дали. То есть она и приглашение приняла, и костюм. То есть я бабочек только не нашел. Ты что скажешь? Ага, вот так вот, неплохо. Бабочек не видела? Прекрати! Не мог удержаться.
Так, теперь приглашение для сторожа. И, видимо, конец. Опять ты. Я тебя арестую за незаконное проникновение. Я пришел предложить перемирие. Зарыть топор войны, так сказать. У меня есть приглашение в театр на новый спектакль под названием «Мелодия Мумидола». В качестве благодарности за все, что ты сделал для долины. Ты серьезно? Меня еще никто не благодарил. Очень много для меня значит. Я так усердно трудился. Приятно, что мои старания заметили. Я просто обожаю театр. Пожалуй, заслужил отдых. Пожалуйста, приходи с друзьями. Друзьями? Ну, с полицейскими, они тоже усердно трудились. Пожалуй, они в самом деле мои друзья. В конце концов, я им плачу хорошую зарплату. Спектакль здесь, в Мумидоле. Что же мне надеть? Это были последние приглашения. Вернитесь в театр. Жалко, что он так не спрыгивает. Есть! Я все свои приглашения раздала. Обошла... Ну, с Мумрика. Да вы оба отлично справились. Спасибо, теперь можем наконец начинать представление. Я просто в восторге. Эксклюзивные билеты на премьеру. Ну вот, спектакль вот-вот начнется, надо торопиться. Надеюсь, в доме сторожа теперь никого нет. Так что я смогу достать ключ и выпустить мумитроля. Тебе приглашение раздали? Я чувствую, давление растет. Костюм, инструменты. А, так, инструменты лицедея. Благодарю. Так, поставить пьесу. Все, дом. Укради ключ. У него что там, искусственный интеллект какой-то сторожит? Ключ сторожа здесь. Надеюсь, это будет не слишком сложно. Видимо, очень сложно. У меня же там прогресс. Быстрее, снус Момрик. Охранники все ушли. Они пошли смотреть спектакль «Муми Папы». Жалко, я все пропущу. Хороший вышел спектакль. Судя по всему, это настоящий шедевр. Милый мой тролль, как я рад, что мы вместе. Я так долго этого ждал, дружище. Нам надо добраться до отвратительной плотины сторожа. Это из-за нее вся долина пересохла. Она в парке, вот здесь. Сюда. Как мы перелезем через забор? Будем друг другу помогать. Там не нужна передышка. Ну, я выбрал опцию, видимо, типа, все, пора уже. Ну, короче, бабочек не нашел тут. Нога! И так кость торчит. Не могу идти. Похоже, дальше ты сам, Мумитроль. У тебя получится, я верю всем сердцем. Нет, дружище, мы сделаем это вместе. Ах, вот оно что, нифига себе. Я тебя понесу, теперь моя очередь.
А ты сильный. В тюрьме тренировался. Чему еще облатыкался? Я не слишком люблю театр. Мне было бы приятно, если бы меня пригласили. Я бы тебя арестовал, но, к сожалению, в тюрьме вроде нет свободных мест. Не, ну я думаю... Ну хотя вообще-то можно было, мне кажется, пробежать. А как это меня поймал? Вот этот тутырок. А, он двигает! Да ёб твою... Охранялочка. Чуть-чуть не хватило до сохранялки, ну блин. А, вот надо в клумбу в это. Когда они ошарашены. Ну, это не очевидно было. Ничего страшного. Узнали зато принцип работы. Я успел! Я успел! Ничего не знаю, не считается. Еще вот мне надо вот так вставать? Слепая зона какая-то. Ooh!
Нихера себе тут. Вот суки. Вот беспредел просто какой-то. Полицейский. Не, ну надо до вот этой клумбы. Хрена себе тут полицейских. Надо было бежать. Я выбрал не самый подходящий момент. Так. О, они здесь не видят, можно идти дальше. Вот она, плотина сторожа. Крадет воду из долины. Недолго ей осталось, вперед. Идти можешь? Да я в порядке, спасибо, что подвез. Просто хотел покататься. Это горячая вода или холодная? Он говорит, вам сколько? Что мы наделали? Сейчас все нахрен зальет тут. Отличный костюм у девочки. Мелодия Мумидола. И это шедевр? Это прекрасно. Теперь я понял. Что это было? Мой дом, мой парк. Мой дом, мой парк. Моя плотина, все мои труды. Насмарку. Ты вообще не имел права здесь их ставить. Ну все, вы оба арестованы. Пожизненно. Хватит, я сам во всем виноват. Я просто хотел сделать Мумидол лучше. Он и так был идеальным. Да, теперь я это понимаю. А теперь вон из Мумидола. Погоди, ну Смумрик, он же хотел сделать как лучше, только по-своему. Неужели в Мумидоле не найдется место каждому? Может, вместо паркового сторожа он станет смотрителем театра? Его управленческие таланты, любовь к искусству там пригодятся. Серьезно, я буду просто счастлив. Вы же не против? Это меня, пожалуй, устроит. Только никаких табличек и правил. Это меня, пожалуй, устроит. Все снова в порядке. Идеально. Ты ведь пока не уходишь, да?
Да я только пришел, у меня впереди целое лето приключений. С моим лучшим другом. Ну что ж, вот и все. Хорошая, добрая игрушка. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки, оставляйте комментарии, подписывайтесь на канал, ставьте колокольчик. Ну и до встречи в следующих играх. Всем пока.